Здравствуйте, друзья! С вами компания «Стройгарант Анапа». В этом коротком видео я хочу рассказать о наших домах, которые мы строим в станице Гастагаевской на улице Советской 8А и 8Б. Очень много вопросов про эти конкретные дома люди задавали касательно их местоположения. Вот сейчас с высоты птичьего полета я вам это и показываю. Как видите, дорога рядом, она асфальтированная. Забор фасадный будет находиться практически под газовой трубой. Кстати, эти дома будут сдаваться уже с газовым отоплением изначально. Участки у каждого дома по 6 соток. К сожалению, на них никаких насаждений нет. Участки голые, чистые, ровные. Как видите, уже заканчиваются общестроительные работы. Уже сделали на одном из домов металлочерепицу на крыше, вставляем окна, двери. Сейчас уже скоро начнутся отделочные работы. Эти дома будут закончены практически через 2,5 месяца. То есть сейчас самое время их бронировать, чтобы под себя можно было заказать уже цвет отделки. Двери можно будет выбрать по каталогу, цвет обоев и так далее. Да? То есть смотрите на эти дома, задавайте вопросы под видео. Эта дорога идет в центр станицы Гастагаевской, напротив остановочный комплекс, магазин буквально на следующем перекрестке. Все рядышком.